Всем привет, дорогие зрители моего канала. Подошел к концу мой отпуск, пришло время работать, потому что, как вы знаете, я коплю на ремонт автомобиля 30 тысяч, большая половина из них уже заработана. На данный момент у меня 18 550, насколько я помню. Также из нового я заказал себе микрофон. Многие и очень часто я видел в комментариях просили, закажи, потому что плохой звук. В общем, я вас услышал, раскошелился и заказал. Там на самом деле не все так просто. К этому всему нужен микрофон. Затем клетка, куда всовывается камера и куда крепится переходник оригинальный с GoPro. И там система, в общем, очень интересная. Поработав в здании «Мобильный курьер», как вы видели в грузовом, я посмотрел его систему. Мне это очень понравилось, как это все выглядит и работает. Поэтому я тоже решился перейти, так сказать, на новый уровень по звуку. Вот, сегодня у нас воскресенье, 2 июня. Первая смена в новом месяце, так сказать, в начале лета. Вот. Поэтому в выходные я обычно не работаю, но прошел небольшой дождь. Ну, точнее, сначала он был большой, сейчас небольшой. Вот, и обстановка, смотрю, в доставке выглядит очень интересным образом. Надеюсь, вам видно. И все-таки денежки зарабатывать надо. Цели я себе поставил, как я сказал. Поэтому надо работать, когда есть свободное время, и зарабатывать. Вышел на линию, время позднее, на самом деле. Без пяти, 3 часа дня. Вот так вот. Но думаю, что-то успею заработать, поэтому, как всегда, желаю вам приятного просмотра, ждем первый заказ и начинаем смену. На самом деле, в Кудрово очень рискованно выходить по всему городу, потому что большая часть заказов кидает в Ленобласть, к сожалению. Но горит очень хорошо, надеюсь на какой-нибудь недалекий заказ, потому что можно подъехать в любом случае на точку отправки, прожаться на месте и будешь видеть конечную точку, если что, можно пропустить. Пишет обычно Яндекс, что минус 10 снимает, но по последнему моему пропуску я посмотрел минус 8 всего. Ну и также при поступлении заказа там написано время, за которое примерно ты выполнишь заказ. То есть если там больше часа, то стоит задуматься, брать ли его вообще. А если там в районе получаса, это значит, что очень короткий заказ. Но и в основном выполнение занимает немного меньше, чем дает Яндекс. Поэтому все-таки надеемся на лучшее и ждем какой-нибудь заказ. Также по завтрашнему дню, а именно 3 июня, понедельник, в общем, рабочие дни начнутся очень интересно, потому что будут прикольные лужи, на самом деле, я посмотрел. Они, по-моему, с 11 до 3, 4 часа, но там суммы прям очень интересные. Сейчас попробую вам быстренько рассказать. В общем, с 11 до 11.30 580 рублей, с 11.30 до 12 650, с 12 до 12.30 850, это самая жирная лужа, не помню, когда такое было. Опа, поступает заказ, который займет 50 минут, КФ-670 с дверями, с Европейского 20, написано вроде как ресторан. В общем, я все-таки приму этот заказ, мне очень интересно, с 670, когда последний раз поступали такие заказы, да? Это кур-крыло пришло, сумма заказа очень большая, 4495, но ничего страшного, термокороб есть, 8 позиций, в общем, едем подаваться в кур-крыло, что нам еще остается. С линии уходить, наверное, не буду, вот, поэтому погнали смотреть, что к чему, куда поедем. Я у кур-крыло, давайте проверять конечную точку. Ну, с таким кафе на самом деле можно куда угодно съездить, но... О, смотрите, куда. Колтуши. Как думаете, стоит или нет? Ехать вот сюда. Колтуши потом в любом случае надо будет возвращаться. Блин, так себе заказ, если честно. Колтуши, единственное, сколько он стоит, это, конечно, тоже интересно, но, блин, Ленобласть. КЭФ меня очень сильно подкупает, если честно. Деревня Канисты. 670. Напишите в комментариях, поехали бы вы с таким заказом в область или нет. Я, наверное, все-таки схожу, спрошу, попробую отвезти. КЭФ очень интересный, думаю, стоит должен неплохо заказ. КЭФ немного ушел, поэтому я еще решаю съездить туда. Ну, то есть он не такой сочный, как я выходил на линию и получал этот заказ. Поэтому, я думаю, стоит съездить. В общем,
чем 10 минут ожидания, и заказ получен. Ехать 16 километров 27 минут. Слушайте, даже если это стоило бы 670, то это уже неплохо. Но что-то стоит сам заказ, поэтому пойдет, наверное. Также нужно сказать, что пропала цена. Вот, короче, недавно, пару дней назад буквально случилось, что перестала показывать цену. Хотя до этого, как вы видели в роликах, я все время показывал, сколько стоит тот или иной заказ. Но сейчас только после вручения можно видеть, это, конечно, грустненько. Ладно, поедем, отдадим. Походу весело будет возвращаться. Это все с Коркинского озера, насколько я понимаю, добираются домой. Прикол, да? Вот это пробочка. Ну что, ребят, доехал до деревни Канисты. По-моему, так она называлась. Ну, собственно, да. Закрываю заказ. И получаю за него, собственно, 1097. В принципе, неплохо, считаю. Ну, уйдет так. Сразу уходим с Лени отсюда, потому что тут неинтересно мне по Ленобласти кататься. Так, ну и заодно для примера покажу, сколько мне надо будет вернуться. Так, мне надо будет вернуться Сергеевка, ну где-то вот сюда, просто чтобы понимать, сколько ушло. Ну, короче, где-то час с копейками уйдет на этот заказ, за косарь. Вот, в принципе, он еще предлагает вот так вот за полчаса ровно вернуться. В общем, сейчас подумаем, как лучше, и будем возвращаться. Ну да, можно, в принципе, сюда, к Меге доехать. В общем, погнали добираться до города. Веселая поездка получилась. Показывала короткую дорогу по Мурманке вернуться. В итоге просто посередине дороги насыпали 2 или 3 кучи, где вообще песка. Где вообще не проехать, пришлось возвращаться через пробку, потому что здесь недалеко Коркинское озеро, и, как я понимаю, очень много народа оттуда возвращалось, потому что идет дождь. Также воскресенье, все с дач возвращаются в город, и пришлось немного постоять. Дождь продолжает усиливаться, будем надеяться на хорошие коэффициенты, поэтому по-быстрому возвращаюсь пустым в Кудрово и дальше буду выходить на линию. Но если честно, то больше дальних поездок в область мне бы не хотелось, поэтому постараемся их не брать, тем более я не думаю, что с таким кэфом еще что-то стрельнет. Вот, поэтому я возвращаюсь и включаюсь на линию, будем продолжать ловить доставочки. Ну, а если ты еще не знаешь, к какому парку подключиться, то я хотел посоветовать тебе один из крупнейших сертифицированных парков на территории России – это Эксперт Парк. Они подключают как пеших курьеров в Яндекс.Еду, также и у вас, если есть автомобиль, то подключат в Яндекс.Доставку. Ну и, собственно, водителей такси, конечно. Бонус за приведенного друга будет составлять 1000 рублей. Можно заказать новый клевый термокороб. Доставка по территории России будет бесплатной. Также недавно стартовала программа «Эксперт Парк 2.0», где подключают парковых самозанятых. У вас будет дополнительные 5 баллов приоритета, бонус за приведенного друга будет составлять уже 1500, ну и комиссия всего 40 рублей в сутки. Все контакты будут продублированы в описании, подключайтесь, зарабатывайте и хороших вам заказов. Приходит заказ, 121, 24 минуты займет, я думаю, мы это принимаем. Просто до этого приходил Величко кафе. Просто до этого приходил заказ, который я пропустил. Он был на Богатырский проспект, и кэф был 140. Я что-то не захотел ехать, заняло бы около часа. А вот на такой заказ коротенький я, в принципе, думаю, съездить можно, поэтому поехали за вторым заказом. Ну, как вы видите, ушло у меня с возвращением почти 1,5 часа на первый заказ. В общем, кафе называется «Вилочка», я никак написал отправитель. Поедем на Латышских Стрелков. В принципе, это хороший адрес, куда можно съездить. Останемся в городе, и все окей. Пойдем забирать. В общем, кафешка сделана типа в грузинском стиле. Там хинкали, хачапури. Заказ мой выглядит таким образом. Поехали отдавать. По заказу ехать всего лишь 7 минут 4 километра. Считаю это отличным заказом. Такие коротыши я, в принципе, люблю.
Подтвердил вручение посылки. Вот такая сумма получилась. Примерно минут за 10, наверное. Нормальненько, в принципе, можно работать. Единственное, кэф какой-то грустноватенький, на самом деле, с учетом обстановки, что идет дождь. Как-то так себе, наверное. Не очень, я бы так сказал. Когда только дождь пошел, было прям все фиолетовое. Даже то, что выходной день. Походу, спрос на доставку неплохой, особенно из кафешек каких-то. Входит следующий заказ. Вижу, что 18 минут. Меня это радует. Экспресс с дверями. Принимаем. Опять какой-то рейстик, походу. О, нет, смотрите, пятерочка. Ничего себе. Что по составу? О, заказ уже готов. 26 позиций на 4000. Ну что, поехали забирать. Ну что, пригнал в пятерку забирать заказ. И конечный адрес меня просто радует. Посмотрите, он находится в меньше, чем 5 минутах можно доставить. Ну, а адрес у нас Латышских стрелков, 15, корпус 1. Ну, это почти оттуда, откуда я подавался. Кайф, пойдем забирать. Сходил, забрал свои доставки. 4 пакета по заказу. 470 метров, 2 минуты. Вот это я понимаю уровень. Причем КЭФ подрос, вроде неплохо выглядит, особенно на большевиков. Погнали, отдадим. Такой заказ, я только приехал отдавать, но на парашютную я, конечно, не поеду, это бред. Хоть плюс 2 активности дает, нет, это полная шляпа на парашютную ехать с неизвестным кэфом. В общем, чтобы не терять активность, уходим с линии. Подтвердил вручение по заказу 290. Слушайте, из этих двух заказов у меня возникла мысль, что на коменду я бы поехал за столько же, только я бы еще не доехал. Так, 2 картыша по району, и все, огонь. Так, ну кайф, да, более-менее. В принципе, тут та же притерка может пройти, на самом деле, потому что она очень рядом. Поэтому спустимся и выйдем. Тут кайф совсем растворился в районе, где я сейчас нахожусь. Поэтому я принял решение потратить минут 10 и доехать до Кудрова. Там вроде веселее, слушайте. Может быть, что-нибудь поинтереснее получим. Поэтому направляемся именно туда. Ну что, ребят, вернулся к себе на район. Кайфы горят где-то только на Каде. Смотрите сами, тут Кад. Пылает, тут Кад пылает, а у меня на районе полная фигня. Поэтому мы уходим с линии и подводим итоги, что же у нас получилось. Отработал я, получается, вышел 3 время, 17:20, это где-то 2 часа 20 минут. За это время я проехал 43 километра и смог заработать 1660. В общем, в принципе, для выходного дня, думаю, неплохо. Завтра планирую выходить пораньше на лужи к 11 и поработать подольше. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Увидимся в новых роликах. До встречи, друзья. Всем пока. A few moments later. Ну что, ребят, вы думали, это все? Нифига. Я приехал на ночные доставки. Пригнал на пятилеток за лавкой. Кэф там что-то 400+. Вышел на линию после футбола, так сказал. И посмотрите, как кэфы горят. 6:0 по всему городу. Почему не работать? Поймал коротыш, сейчас покажу, сколько по нему ехать. Ну там просто реально пушечка, короче, как мы любим. Писала, займет 16 минут, но по факту будет стопудово меньше. Сейчас проверим. 800 метров 4 минуты. Вы прикидываете, этот заказ будет стоить рублей 600-700. Вот это пушка. В общем, если честно, я на такой кайф не рассчитывал, поэтому даже не взял с собой камеру. Но хорошо, хотя бы телефон прихватил, это уже что-то на самом деле. Короче, сейчас ведем заказ, изи бабки, просто очень быстро выполняешь и получаешь хорошую сумму. А какую именно, узнаем. Прямо сейчас и узнаю. Для вас это секунда, для меня минутки 2-3 осталось. Тут ехать, короче, ни о чем. Кайф. Еще и первый этаж. Кайф. Ну что, закрываем заказ, который очень быстро получилось сделать. 556, да, что-то я загнулся местами, но в целом тоже кайф. Кайф, как раз видите, был 426, 40 двери и заказ 90. Так, ну в общем, я никакие районы не рисовал. Катаю по всему городу, хотя можно было бы район. Я, в общем, смотрю по заказу. Если пишет час, не буду брать. Если до получаса, там, минут 40, то, в принципе, можно. Так что, в общем, добиваем сегодняшнюю кассу, и все будет нормально.